Сегодня депутаты законодательного собрания утвердили дату официального вступления в должность избранного губернатора Красноярского края. Именно этот вопрос повестки дня стал причиной созыва чрезвычайной сессии. Александр Ус, за которого проголосовали большинство жителей региона, займет свой пост 21 сентября. Инаугурация пройдет в полдень в Большом концертном зале Краевой филармонии. Я считаю, что выборы прошли в Красноярском крае на достойном уровне. Замечаний был минимум. Я думаю, что Красноярский край здесь показал высокую организацию. И мне кажется, что тот уровень голосования за Александра Викторовича еще раз доказывает, что наш выбор и поддержка президента страны были правильными.